Всем привет, дорогие друзья! У нас сегодня новый день, новый влог. Но сегодня, как вы знаете, 31 декабря, это Новый год. Сегодня день начался с того, что первый, это мне подарили ребенку вот такую вот огромную акулу. Моя подписчица, я не буду говорить от кого, но я хочу сказать огромное-огромное спасибо Ване, он очень понравился. Ваня тут на нем бегал, прыгал, скакал по всей квартире, его таскает, но он очень доволен. Ну и это не закончился день. У нас сегодня мы позвонили на почту, я ждала посылку от Грандсток, но пришла посылка от моей подписчицы, от Лилии Ракиповны, но дальше не буду говорить, кто такая. Честно, неожиданно. Поэтому сейчас я распакую без деток и посмотрим, что же там такое пришло. Вот тут что-то твердое. Давайте я, наверное, вот так вот поставлю и буду вам показывать уже сюда. Так, первый пакет достану. Второй пакет достану. Ой, ребята, тут так много всего. Ну, давайте будем вот так вот смотреть. Тут ребятишкам прислали такую курточку. Это, скорее всего, на Свету или на Катю. Вот такая вот куртка. На 140, Катя. На Катю. Огромное-огромное спасибо. Куртка классная. Давайте я отсюда сейчас достану, покажу. Тут мне мешок не трясти. И сейчас будем потихоньку распаковывать подарки для деток. Огромное хочу сказать спасибо всем, кто поздравил как-либо моих деток. Спасибо вам огромное. Дай Бог вам крепкого здоровья. Дальше будем распаковывать. Это курточка опять. Вот такая вот. На девчонок черненькая. Огромное спасибо. Вот у девчонок на весну куртки есть. Дальше. Еще одна курточка, вот такая вот фиолетовая, 152, вот это вот уже больше на Свету подходит. Огромное спасибо. А тут еще не все, ребят, тут еще курточек, по-моему, очень много. Дальше, тут курточка ростовка 128, это на Оксаночку, скорее всего, вот такая вот красивая. Оксана стоит за камерой и улыбается, счастливая такая. Спасибо огромное. Дальше, что у нас пришло? Еще одна курточка на рост 160. Ну, хотя, мне кажется, не будет 160. Ну, вот такая вот курточка. Обязательно, ребята, ее померю и посмотрим, кому будет маленькая, кому будет как раз. Ильюша тут пытается успокоить Ксюшу, пальцем ей грозит. Ну, вот такая вот курточка. Огромное спасибо. Курточки вообще такие классные. Но это еще не все. Тут, ребята, еще курточки. О, это уже не курточка, это как плащ идет. Вот такой вот красивый плащ пришел. Красивый. А ростовка. Так, размер 34. Ну, скорее всего, или Окси, или Маша. Вот такой вот плащик красивый. Оксане нравится, да, Оксана? Оксана стоит там, улыбается. Спасибо огромное просто. И еще один плащ, размер на 146, ростовочка, вот такая вот, не плащ, а курточка, ветровочка на весну, на осень, Катя такой на тоненький, а? Катя, ну, ну, Катя, Маша, они почти одного роста, да? Нет, Катя, вот такое вот, а вот здесь вот, скорее всего, подарочки, потому что тут так все красиво упаковано, внутри вижу, поэтому сейчас посмотрим. Ого! Дорогие друзья, здесь вот такие вот баночки красивые. Причем тут несколько таких. Сейчас посмотрим, что там внутри. С конфетками для деток. Конфетки такие тут умные конфетки. И еще какие-то. Тут баночек таких очень много. Так, еще одна такая баночка. Огромное спасибо. У нас конфет нынче так очень много. Тут тоже конфетки. Московские, москвичка конфеты, очень вкусные, когда-то такие были, если это из старых еще. Здесь вот такая вот корзинка, а в корзинке, ребята, тоже конфетки. Огромное-огромное спасибо. Вот на стол как раз в этой корзинке мы и поставим конфетки.
Вот такая вот корзиночка с конфетками. Огромное спасибо. Дальше. Тут еще баночки. Вот такая вот красивая баночка. Ой. А тут другие конфетки. Вкусные конфетки. Потом будем все пробовать. Да, Илья? С чаем пить. Тут еще одна баночка. Вот такая красивая. Ну, баночки я обожаю. Мне кажется, баночки любая женщина любит. А, неправильно. Открываю еще. Ого! А баночки сюрприз. Первое, что я вижу, это вот такая вот косметичка. Можно как финал использовать. Да? И тут еще одна такая же баночка. Я хотела сказать, а баночки еще сюрпризы. Вот такая вот маленькая, это комплектная вот таких баночек, две баночки. Огромное спасибо. И дальше, что я здесь вижу, это два подноса одинаковых, вот таких вот два подноса. Огромное хочу сказать Лилии огромное спасибо. Дай Бог вам крепкого здоровья. Подарочки обязательно все деткам передам. Детки обязательно сейчас примерят все курточки. И постараемся профоткать вам и показать. Огромное спасибо всем вообще, всем подписчикам за ваши добрые сердца. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Ну и всего самого хорошего. Всем говорю пока-пока. Так, я замариновала курицу. Взяла обычную, у меня был маринад, помните, я для крылышек покупала. Взяла его и с майонезом смешала. И просто вот обмазала все. И сейчас оставлю часика на два мариноваться. А тем временем пока занимаемся, ставим кушать и варить. Так, здесь я поставила варить уже мои яйца. Пюре у нас уже на другой печке варится. Здесь у нас картошка с морковкой варится. Это воду я поставила для, как сказать, для риса. Здесь я разогреваю суп покушать, чтобы сейчас поесть нам. Не успеваю, дел много, а до Нового года уже осталось что? Часов 7, наверное. Ну ничего, успею. Я кофе себе налила, кофе уже холодный. Угу. Уже холодно, попить некогда даже кофе. Буду мариновать только две курицы, нам вполне этого хватит. Потому что помимо курицы еще будет много разных блюд. Поэтому вот так вот остальные две курицы я их сейчас разрежу и уберу в морозилку. Так что вот такие вот дела у нас. Ладно, сейчас все-таки сяду попью кофе. И потом будем это готовить, нарезать все потихоньку уже со Светой. Потом вам все постепенно, понемножку покажем. А я все, ребята, на кухне все готовлю, что-то готовлю. Поесть даже некогда. Наложила вчера, я готовила селедку под шубой. Я вчера так и не доела, в оконцовке сегодня решила поесть. Но вот все, что-то некогда. Раз, подбегу, ложку возьму и опять что-то дальше делаю. Сейчас буду дальше готовить, кушать. Буду дальше. Что буду сегодня готовить? Сразу оглашу меню. Первое, это селедка под шубой. Пюре я уже приготовила. Буду курицу запекать в духовке. Будем делать крабовый салат. Будем делать оливье. Плюс винегрет еще немножко сделаем. Мини-закусочки мы решили с детками немножко сделать на стол. Также будут апельсинки, мандаринки, яблочки на стол в корзиночках. Вот в таких поставим. Сок я Ильюшу попросила, мне сбегал, купил грушевые еще 3-литровые. Сейчас я вам даже покажу их. Вот в таких баночках мы взяли грушевый сок и вишневый сок. Вот такие вот баночки купили, чтобы деткам пили. Потому что я думала, у меня в подполе еще компоты есть. Оказывается, мы уже все выпили их. Но ничего страшного, взяли. И сейчас Ильюша побежал еще искать. Дети все-таки просят детское шампанское на стол. Поэтому Ильюша говорит, мама, я сбегаю, поищу. Ну что, маленькие все-таки детки просят. Поэтому вот такое вот у нас будет меню. Пишите, что у вас на Новый год в меню. Мне будет тоже интересно, что было на Новый год. Потому что я знаю, что это видео выйдет позже, чем Новый год пройдет. Уже как раз потом выпущу. Потому что интернет у меня не тянет вообще, да? А как мы стол поставим? Поперек поставим стол. Ладно, сейчас я продолжаю все доставать для того, чтобы готовить салатики. Что нам понадобится, все будем потихоньку доставать и готовить.
Яйца в первую очередь. Сейчас все нарежу, нашинкую, а потом покажу, когда уже буду собирать. Так что, если вам интересно, оставайтесь обязательно, если стоит тут. Ладно, продолжаю готовить, кушать. Все, кто готовит кушать, всем желаю хорошо, вкусно приготовить блюдо. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Ну, а я продолжаю готовить.